С песнями, поделками и праздничным настроением в Святогорске открылась резиденция святого Николая. Новогодний волшебник разместился в изумрудном городе. Первыми гостями стали дети-сироты и воспитанники интернатов. Вместе с ними святого Николая встречала Мария Сергеева. В изумрудном городе открылась резиденция святого Николая. Новогоднего волшебника дети встречают песнями и танцами. Специальный номер программы «Фаер-шоу». Настя приехала на встречу со святым Николаем из Ямполя. Впервые девочка увидела чудотворца в прошлом году. Тогда здесь, в Святогорске, побывали все первоклассники из ее села. В этот раз Настя уговорила маму взять с собой и младшую сестру. В том году я приезжала сюда, я его видела, и он мой друг. Мы были с старшей дочкой, а в этом году решили уже показать святого Николаева и меньшей дочке своей. В роли помощников чудотворца – воспитанники центра для детей-сирот. Девочки встречают гостей в костюмах ангелов. Наша миссия – помочь святому Николаю, дарить добро, ну, чтобы все улыбались. Мы воплощаем детей мечту. Мы будем с ними работать, делать с ними поделки, помогать и поднимать настроение. Самые маленькие жители изумрудного города исполнили для святого Николая песню. С ним крыло сына в коло стал казковый край, и десь небес у нас у гості святый Миколай. По традиции дети пишут святому Николаю письма. Я хочу мира, добра, счастья. Сейчас на территории центра живут не только сироты, но и семьи переселенцев. Никита приехал в Святогорск из Марьинки. Мальчик вырезает ангела, чтобы украсить им праздничную елку. Мечтает, что когда-нибудь повесит такую игрушку на новогоднем дереве и в своем доме. Я его вырежу, елочку вырежу и, возможно, я подарю своей бабушке. Ангелы вырезают для того, чтобы они нас оберегали от всех бед, несчастья. И святой Николай ведь это праздник добра. В этом году филиалы резиденции святого Николая открылись в Славянске, Краматорске, Покровске и Бахмуте. Там в течение недели будут собирать подарки, сладости, канцелярию и теплые вещи. Помічники святого Миколая пакують ці подарунки у різні пакети і відправлятимемо їх у дитячі будинки, а також до будинків престарілих. Поїдемо на передову до наших хлопців і теж нагадаємо їм про святого Миколая. Резиденция святого Николая в Святогорске будет работать до 19 декабря. В изумрудном городе ожидает до 9 тысяч гостей. Мария Сергеева, Сергей Чакрыгин, телеканал «Донбасс».